субботу Владимир примет эстафету огня универсиады, которая пройдет в июле в Казани. Специальный поезд прибудет на железнодорожный вокзал утром. Эстафета, в которой примут участие известные владимирские спортсмены, стартует в 2 часа дня от главного корпуса госуниверситета. Наши студенты не только принимают, но и провожают, и даже в Казани едут. В качестве волонтеров 70 студентов и 2 участника этих соревнований. Это Алексей Ловчев и Николай Куксенков. Они предыдущие известные спортсмены, поэтому надеюсь, что они тоже победят, что я им и пожелаю. Из-за эстафеты в ночь с пятницы на субботу ГИБДД просит владимирцев не парковать машины на Чайковского, проспекте Строителей и проспекте Ленина. По этим улицам побегут факелоносцы. Движение в городе перекроют 1 июня с 13:30 и до 17 часов. По таким улицам, как Горького, проспект Строителей, значит, Чайковского, проспект Ленина, значит, и до Студеной горы, до Соборной площади. Значит, полностью парализовано движение в городе не подразумевается. Значит, будет возобновлено движение по ходу минования улиц. Если доходим до проспекта Строителей, то полностью улица Горького открывает свое движение. Кроме того, с 9 до 10 утра в субботу будет закрыта Соборная площадь. Оттуда поедут автобусы в детские загородные лагеря. Также в первой половине дня нельзя будет проехать и к Белому дому. Там пройдут традиционные соревнования «Велодрайв».